В Уфе было принято решение о начале процедуры приема Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС, и сегодня будут подписаны меморандумы об обязательствах по вступлению этих стран в ШОС. Я рад приветствовать здесь премьер-министра Республики Индия господина Нарендру Моди. Уважаемые коллеги, принимаемые сегодня декларации к юбилею ШОС, мы отразили общее стремление к приложению совместных усилий для продвижения 2007 года. Кыргызская сторона считает, что на фоне нарастания факторов нестабильности, усиления подрывных действий террористических и экстремистских группировок в регионе, на сегодняшний день актуальность углубления сотрудничества по укреплению доверия в приграничных районах, подписанное в прошлом году в ходе Уфимского саммита ШОС соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным вопросам, также предусматривает сотрудничество в области охраны государственных границ и обеспечения безопасности на приграничных территориях стран ШОС. В этой связи государствам-членам ШОС необходимо выполнять данные договоренности и прилагать максимальные усилия к укреплению взаимного доверия и решению имеющихся вопросов исключительно мирным путем во благо поддержания мира, спокойствия и стабильности на пространстве ШОС.